Сегодня каждый, кто ехал по делам на общественном транспорте, мог стать участником акции «Счастливый пассажир». Таван-радио приготовила приятный сюрприз – свой профессиональный праздник. Команда радийщиков отправилась разыгрывать подарки в салон троллейбуса. Чтобы получить заветный приз, нужно было ответить на простые вопросы. Первый вопрос. Что означает слово «радио»? У меня есть три варианта ответов. Это от латинского «радио» «излучаю», «испускаю лучи». Второй вариант – это разновидность беспроводной связи. И третий вариант – это носитель сигнала. Первый вариант. Какой первый вариант? Оказалось, что волну эфира Таван-радио знают многие. Цифры 100 и 3 FM были произнесены почти хором. И ни одного вопроса не осталось без ответа. А пассажиры остались довольны неожиданным поворотом событий. Что ж, я поздравляю всех, кто сегодня получил от нас небольшие подарки. Жаль, что не всем. Но вы можете присоединяться к нашей волне и также получать подарки и приятное настроение. Всем спасибо, всем с Днем радио! Ура! Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.